На конкурс дети читают стихи. Бондарь Евгений Витальевич, ученик 5 А казачьего класса, школа номер 27, город Норильск. Бондарь Софья Витальевна, ученица 3 А класса, школа номер 27, город Норильск. Мы прочитаем стихотворение, которое написала наша мама. Бондарь Татьяна Станиславовна. Ветеранам посвящается. Вспомним сегодня, вспомним, друзья, про эту войну забывать нам нельзя. И сколько бы лет ни прошло с той поры, помнить, что было, обязаны мы. Война – это горе, разруха и голод. Война – это боль, это смерть, это холод. Война – это страх, это слезы и кровь. Война – это ненависть и любовь. Война не бывает без лжи и предательства. Война значит выполнить обязательства. Война — это тюрьмы и концлагеря. Война — вера в то, что все жертвы не зря. Война — это долг, отвага и честь. Война — это подвиг, которых не счесть. Пусть знают и помнят все поколения, какие великие были сражения. Вспомним сегодня, вспомним, друзья, про нашу победу забыть нам нельзя. Вспомним солдат, что страну защищали, всех, кто за нас свои жизни отдали. Бабушек наших и наших дедов, сколько у них на груди орденов. Как жаль, что в живых вас так мало осталось. Пусть прочь идут боль, недуг и усталость. Герои заслуженных мы свято чтим. Большое спасибо сказать вам хотим. Хоть в прошлое всем нам дорога закрыта, поверьте, никто не забыт и ничто не забыто. Пусть люди вас искренне уважают, родные и близкие лишь окружают. Здоровье и счастье в наш век непростой, мирного неба вам над головой!